Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы! Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Дорогие друзья, сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. В каждой семье чтят их преданность отчизне. Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное богатство. В нем сила и достоинство России. Мы благодарим наших ветеранов. Мы гордимся вами. В этот великий день нет никого роднее, дороже вас. В вашу честь цветы и салюты, мощь парадных расчетов. Но главное, мы отдаем вам тепло наших сердец. Вы не только с честью прошли через военное лихолетие, но и восстановили страну. Работали на общее благо, умели дружить, радоваться жизни и завещали нам держать эту высоту. Высоту созидания, единства и любви к Родине. Мы вас никогда не подведем. Будем беречь Россию, ее славную историю, ставить превыше всего служение Отечеству. Так было всегда в нашей стране. Уверен, так будет и в будущем. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом! Ишь! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-полковник Олег Солюков.
Традиционно военный парад на Красной площади открывают барабанщики Московского военного музыкального училища. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. В составе парадных расчетов воспитанники довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России. По Красной площади торжественным маршем проходят суворовцы Московского суворовского военного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Александр Касьян. В этом году училище отмечает свой 70-летний юбилей. На главной площади страны учащиеся старейшего учебного заведения Тверского суворовского военного училища. Парадный расчет возглавляет начальник училища полковник Владимир Чеховский. За своими сверстниками маршируют воспитанники Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Алексей Суров. Сегодня воспитанники училища проходят службу практически на каждом боевом корабле военно-морского флота. По Красной площади проходят юные моряки Кронштадта, кадеты первого в новейшей истории России морского кадетского корпуса. Во главе парадного расчета начальник корпуса, офицер-подводник, капитан первого ранга Николай Довбешко. Продолжают парадное шествие воспитанники Аксайского Данила Ефремова казачьего кадетского корпуса. Парадным расчетом командует начальник корпуса полковник Василий Донцов. Корпус трижды признавался лучшим казачьим кадетским корпусом. Сводный военный оркестр из 1000 музыкантов под звуки флейт и барабанов перемещается к ГУМу, освобождая площадь для прохождения военной техники.